Эй, ребята! А кто это тут? Да, это я, Боб! Давайте вместе смотреть улицу знаний! Привет, ребята! Я диджей Паровозик Боб! Добро пожаловать на наше шоу звуков! Участники этого шоу — буквы алфавита. Разве не здорово? Они будут петь, танцевать и научат нас произносить звуки. А теперь давайте-ка поприветствуем наше замечательное жюри! Судьи, вы готовы? Да, Боб! Давайте-ка похлопаем в знак приветствия нашей мисс Кей! Ка-ка-ка, вот так меня зовут! Ка-ка-ка, я тут, как тут! Эй, смотрите в небо скорей, что это там кружится? Это же кайт, цветной воздушный змей, ка-ка-кайт, воздушный змей! Слышишь, мяу, кто-то кричит, кто это за птичкой бежит? Это ка-ка-ка-ка-китен, ка-ка-ка-ка-китен. Время пришло чай пить, нужно нам воду вскипятить. Нужен ка-ка-кэтл, ка-ка-ка-ка-кэтл. Кто это на ветке сидит, песенки веселые свистит? Это кука-кука-бара, кука-кука-бара. Знаешь, как открыть замок, повернуть ключ и услышать щелчок? Это ка-ка-ка-ка-ки, ка-ка-ка-ка-ки. Кто это так высоко скачет, скачет, будто мячик? Нет, это кенгуру, скачет по двору. А кто это сидит на троне в большой праздничной короне? Это же ка-ка-ка-ка-кинг, всем королям король. Нам нравится всем быть здесь и слышать ваш веселый смех. Ка-ка-кидс, дети веселее всех, пусть с вами будет радость и успех. И это правда, как говорит мисс Кей, когда дети счастливы, радостный день. Судьям оценки ставить не лень. Давайте поприветствуем мисс Кей. Фантастически! Познавательно! Прекрасно! Чудесно! Спасибо, мисс Кей, и вам, судьи! Мы вернемся совсем скоро, но уже с другими буквами алфавита. А пока, адьос! Привет, ребята! Посмотрите видео еще раз и посчитайте, сколько у нас получилось слов с буквами алфавита в этом эпизоде. Не забудьте написать ваши ответы в поле для комментариев ниже. Спасибо!